самое грустное, мне так было обидно и грустно от того, что мы плыли по Тисе в другой границе. Практически везде 3G. Или Life, или Киевстар. Блин, ну капец, я такой, говорю, я живу, блин, в таком, блин, областном центре, и у меня нету 3G, а тут, блин. И мне прислали про Кулан, там, село Королева есть, цыганский центр. И мне приходит сообщение о том, что в селе Королева, там, Грампупам, вы можете смело использовать 3G. Я включаю юкорный, по-моему, блин. Ну, так же скорости не было, если мы на батьке залезли, там, так, уже в Европу 3G. Нет, так мы практически везде. Нет, так я думал, что дизайн, что мы там или да. Единственное, меня напугали, когда там, что вроде как Киевстар запустил в Житомире 3G. Ну, а там бы писал в Фейсбуке. Но этого счастливого значка я еще не видел. Но есть люди, которые видели. Писали в Фейсбуці, що дійсно в Житомирі запускають 3G, і деякі коментарі були, що так, да, проснувся, дивлюсь, 3G є. Ні, мені теж люди говорили, що где-то містами, як п'ятнами, він є, як Київстар. І Київстар присилав повідомлення, що вони там міняють якесь оборудовання, можливо, в своїй роботі. Ну, в своїй роботі вірю, 3G не вірю.
Сахарова в Житомире что-то крутило, крутило. Возле гидропарки мы были, покапало чуть-чуть. Все, перестало. Приехали в городе, в городе не было ничего, а друзья уехали на Хоросты. Звонят, говорит, с этих Стопорыщ. Говорит, Саня, стоим, что такое? Говорит, стена, не видно ничего, такой ливень. Не, ну я подразумеваю, что скорее водители,